Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Евген Бро, и сегодня в этой серии мы продолжаем выживание в деревне. Это четвертая часть выживания. И смотрите, кого я нашел. Это как будто бы маленький Альтаир, только его зовут Стив. И смотрите, у него красные глаза, а еще здесь бегает мышь. Эй, откуда в деревне мыши? Это крыса, здоровенная крыса. Офигеть, друзья. Так, давайте посмотрим внимательно на этого маленького Альтаира. Он мне кого-то напоминает. Вам тоже, друзья, кого-то не напоминает? Кстати, а как там наша соседка поживает? О, нормально. Она уже дома. О, опять пошла в душ. Неплохо, неплохо. Так, слушайте, помните, у нас в прошлой серии было ограбление? Да, запланировано. Может быть, взять ее с собой? О, по-моему, у нее душ сломался. Смотрите, она там что-то такая. Что такое? Что такое? Так, так, ну-ка. Так, опа, кажется, она меня спалила. Такая, слышь, ты чё, офигел, что ли? Короче, она реально разозлилась, что я уже второй раз за ней подглядываю. Это нехорошо. Ладно, ладно, все, хорош, подожди. У меня есть к тебе вопрос. Чё, заинтересована? Короче, мне нужна помощь. Мне нужно ограбить экспресс. Ты мне поможешь? Поделим все 50 на 50. Согласна? О, смотрите, отлично, друзья. Она согласна. Она суперская, вот реально самая крутая соседка. Она согласна помочь. Все, смотрите, она бегает уже с топором такая, куда идти, куда, в общем. Друзья, кто не смотрел прошлую серию и не понимает, о чем я говорю, обязательно посмотрите. Ну а мы, значит, отправляемся. Нет, смотрите, ну, похож на Альтаирыча. Ладно. Ой, а куда это Альтаирыч? Я буду называть его Альтаирыч. Он еще и похож на него, только это Стив. Ладно. И, кстати, друзья, смотрите, у нас есть... Ой, что такое, подожди. Что такое она мне кидает? Мороженка? Еще одна мороженка? Офигеть. О, три мороженки. Ну-ка, шоколадное мороженое, арбузное и клубничное. Вау, слушайте, друзья. Вот если бы у вас был бы выбор... Что выбрать? Вы бы что выбрали? Шоколадное, арбузное мороженое или клубничное? Обязательно напишите в комментариях, какое бы из этих трех мороженых выбрали. И если вам нравится какое-то другое мороженое, то тоже напишите в комментариях, например, мороженое из сгущенки или еще что-то. И у нас новые комментарии на стенке почета. Тут, значит, девочка пишет. Ты супер крутой, спасибо тебе большое, я каждый день стараюсь. Офигеть. И второй комментарий. Я себе сделал, как написано. Она, значит, поставила лайк, подписалась на канал и жмякнула колокольчик. Поэтому я ответил, что все четко. И, кстати, друзья, вы прямо сейчас лайк поставьте. Да, поставьте прямо сейчас лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Потому что, ну, блин, пишите комментарии, вы попадете тоже на стенку почета. Короче, блин, что-то у меня уже в животе урчит. А у меня только мороженки. Хлеба бы добыть. Слышь, девчонка... О, смотрите, она уже пошла добывать. Блин, вот все-таки вообще умница. Да, вообще классно, друзья. То, что она понимает вообще с полуслова. Офигенно все. В общем, друзья, ставьте лайк, пока девчонка работает. Я думаю, это круто. И сейчас мы будем вести подготовку к ограблению поезда. Вы написали многие, ограбь поезд. Но многие написали, что этого делать не надо. Поэтому я, знаете, что решил? Так, у меня все на месте, да, все на месте. Я, короче, знаете, что решил? Я решил, что мы заберем чуть-чуть золота. Вот чуть-чуть буквально, вот маленько. То есть весь поезд забирать не будем, а буквально пару слитков и все. Я думаю, это будет правильно. Все, забираем, короче, пшено. Спасибо, девчонка. Ты вообще очень крутая. Так, все, пойдем пока делать, короче, хлеб. Все, отлично. Блин, вообще клевая. Так, все, крафтим, короче, хлеб. Это у нас будет запасы, чтобы сейчас отправиться на дело. На первое дело. Так, все, отличненько. Ой, что он тут кидает? А, это эти зерна. Так, все, забираем. И надо посадить их обратно. Так, все, садим. Оп. О, еще зернышки. Спасибо, блин, вот она помощница, вообще суперская. Так. Засеиваем поля, так, чтобы у нас заново все росло, чтобы было много урожая. И все, я говорю, мы чуть-чуть ограбим поезд, а потом поймаем того бандюгу, который нам это все рассказал. Так и сделаем, да. Я думаю, это будет правильное решение, реально самое правильное. Так, остатки мы положим вот сюда.
так, с девчонка, пошли, короче. Я тебя сейчас, наверное... Я думаю, ее сейчас надо будет снарядить и дать ей оружие. Короче, слушай сюда. Так, 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 ну-ка. Никого здесь нету? Да вроде бы никого. Хотя ладно, давайте посмотрим, стоит идти на дело или не стоит. Короче, давайте проверим шахту руды. Да, вдруг там все-таки есть золото, и мы очень плохо смотрели. Так, все, отправляемся. Короче, девчонка, пошли, короче, за мной. Или на новую шахту отправиться. Да нет, бред какой-то. Так, давайте, короче, посмотрим, что в этой шахте есть. Ой, ты куда пошла? Девчонка! Алло! Ау! Девчонка, пойдем сюда. Нам надо с тобой забраться в шахту. А ты куда-то побежала. Блин, она так смешно бегает с топором, друзья. Я вообще угораю. Так, все, смотри, короче, спускаемся вглубь шахты. И, в общем-то, нам здесь надо сейчас проверить золото. Нет, здесь вообще ничего нет, друзья, по-моему. Да, мы в прошлой серии все добыли. Здесь вообще нету никаких ресурсов. Ну-ка. Да, вообще ничего, просто пустая шахта. Ладно, все, выбираемся отсюда. Девчонка, все, иди, здесь пусто, ничего нету. Блин, она с топором так забавно ходит, это вообще смешно. Я не знаю, она прям как, короче, дровосек бегает и это... Все, короче, отправляемся на дело, хватит тянуть время. Мы сейчас реально отправимся, немножко заберем золото с поезда. Да, блин, этот маленький Альтаирыч меня пугает. Я его так называю, потому что он похож на Альтаир. Ну, скажите, похож. Так, Стив. Короче, заходи, девчонка, чтобы нас никто не видел. Так, я забираю револьвер и забираю пистолет. Еще вот патрончики. Так, мороженки мы положим вот сюда. Возьмем еще патрончики и еще патрончики. Короче, девчонка, держи пистолет. Эй, маленький Альтаир, не пали нас, короче. Вот тебе обойма. Всего одна обойма. Так, надо, короче, наверное, похавать немножечко. Так, бери. Это ты умеешь с ним обращаться? Я думаю, она умеет. Смотрите, она сразу такая, хоп, встала. Все, отлично. Смотрите, друзья, мы бандиты. А утка рядом стоит, синий. Нас палит. Утка, не пали. Так, все. Спрячь оружие, девчонка. Отлично. Короче, все, отправляемся на задание, на спецзадание. Нам теперь надо сейчас перехватить экспресс-поезд. Так, все. А, табличку мы, короче, убираем, чтобы здесь лишний раз палева не было. Девчонка, а, вот ты где. Все, пойдем за мной. Мы сейчас должны с тобой как-нибудь остановить экспресс-поезд, который будет проезжать буквально через пару часов. Побежали быстрее. Смотрите, она такая прям бежит с этим, с топориком. Все отлично. Так, друзья, смотрите. Впереди находится железная дорога. И буквально через пару часов здесь проедет поезд, везущий золото. Называется «Восточный экспресс». Так, а что это за курицы такие? Я раньше не видел. Смотрите, реально. Короче, девчонка, ты готова? Все, отличненько. Нам, короче, надо будет подстеречь поезд. И... Ой, нифига! Курица, смотрите, атакует, что ли? Или что это? Смотрите, девчонку как будто траванули. Слышь, курица, ты что, обалдела, что ли? Так, ладно, короче. Что нам потребуется? О, так, давайте посмотрим, где здесь лучше заныкаться. Так, пойдем вот сюда. А что это там, смотрите, статуя, что ли, какая-то? Ну-ка, девчонка, иди сюда. Сейчас будем смотреть, что это такое. Смотрите, друзья. Какая-то статуя. Девчонка, иди сюда. Ну-ка, кликнем по ней. Что это написано? Квентин был убит магией. О, это памятник погибшему какому-то жителю? Офигеть, смотрите. Жесть. Так, ладно. Я думаю, здесь надо сейчас будет перегородить дорогу. Блин, эта курица все отравляет и отравляет. Слышь? Ай, она и меня отравила, смотрите. Девчонка, отойди, сейчас я эту курицу вольну. Это какие-то неправильные курицы. На тебе. Нифига она прочная. На тебе, все. Вот так вот завалили. О, смотрите, у девчонки есть динамит. Слышь, ты чего, совсем что ли? Ты чё, обалдела? Мы же взорвем сейчас железную дорогу. Динамит поставила, смотрите. Тихо, тихо, тихо. Откуда у тебя динамит вообще? Чё за фигня, девчонка? Смотрите, девушка где-то нашла динамит. И чё это такое? Зажигалка, что ли? Ну-кась, давай. Ну-ка, давай, поджигаеч. Даже обращаться не умеешь, что ли? О-о-о. Ой-ой-ой, загорелась, девчонка! Воду, воду, прыгай в воду быстрее! Во-во, давай, давай! Пшшш! Капец, слышь?
вылезай, отдай сюда, короче, зажигалку. У тебя она слишком опасна. Ты можешь сама себя нечаянно сжечь. Или вообще пожар устроить. Дай сюда зажигалку. Все, зажигалки и спички детям не игрушка. Так, короче, покушай еды. В общем, на тебе, короче, батоны. Все, ешь. Смотрите, у нее очень мало жизни. У нее 3 сердечка осталось. Видите, у меня индикатор показывает. Я могу увидеть чужие жизни. Эй, ты что дерешься? Я ж тебе булку дал. Все, кушай, давай. Все, ешь. О, все, девчонка кушает. Друзья, если вы тоже кушаете, то приятного аппетита. На еще один батон. Я, короче, отдал всю еду. Смотрите, она мне дала, короче, мороженки, а я ей дал хлеб. Все, смотрите, она сытая, отлично, все нормально, так. Ладно, нам надо сейчас придумать, как остановить поезд. О, все, она, смотрите, уже вооружилась. Вооружена и опасна, девушка, опасна. Девушка-преступник! Так, давайте возьмем песок и попробуем песком засыпать путь. Поезд, по идее, остановится. Так, давайте вот сюда ставим блок, вот сюда блок и вот сюда. Все, отлично, отлично. Короче, девчонка, сейчас, я думаю, уже скоро поедет поезд. Давай заныкаемся за бугром и будем ждать. Поняла? Все, пойдем за мной. Давай, let's go, иди сюда, чтоб нас не спалили. Так, вот за этим оврагом мы заныкаемся и будем ждать. Ну все, девчонка, ждем. 3 часа спустя. О, где же поезд? Его... О, ты чё дерёшься? Эй, эй, я немного уснул. Ты чё? Чё такое, девчонка? Ты хочешь мне что-то сказать? Ого, ты вооружилась? О, там чё, поезд? О, смотрите, друзья, давайте, быстрее, быстрее. Короче, let's go, let's go, let's go. Это операция перехват. Так, 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 он забуксовал. Так, 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 открываем вагон, наверное, вот в этом. Так, открываем, так, давай, запрыгивай, девчонка. Посмотри, пошарь там, короче, руками, есть что-то или нет. Давай, прыгай, прыгай, залезай, отлично. Она залезла. Посмотри, там что-нибудь есть в мешках или еще что-нибудь. Все не забирай, немного скидывай. О, смотрите, смотрите, золото, золото. Так, все, отлично, отлично, друзья. Давай, 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 давай. Ладно, все, все, все. Там еще много, да? Все, давай, тогда текаем, текаем. Нам все не надо. Забираем буквально немножко, немножко слитков и текаем. Все, потому что сейчас выйдут явно машинисты, военные, и все побегут. Короче, девчонка, девчонка, текаем отсюда, все. Быстрее, друзья. Бежим, бежим, бежим. Девчонка, девчонка, не отставай, не отставай. Мы, короче, грабанули поезд экспресс, но не целиком. Мы забрали всего лишь 29 слитков. Все, быстро, все. Прячем оружие, входим в деревню, как будто мы ходили и лес рубили. Все, мы дровосеки, мы мирные дровосеки. Все нормально, здравствуйте, жители, все окей. Мы нарубили много дров, чё, почем, так, так. Так, все, быстрее забегай сюда, скидывай улики. Девчонка, девчонка, так, все, закрываем здесь двери. Давай, забегай, 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 скидывай, короче, мне пистолет. Сейчас заныкаем его и все. Так, давай, давай, кидай его. Сейчас, сейчас, потому что надо спрятать. Так, все, забираем. Здравствуйте. Вы ничего не видели ведь? Так, сейчас ныкаем, 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 ныкаем. В печку, все, в печку. Так, патрончики, пистолетик, все, отлично, заныкали. Дратуйте, дратуйте. А что вы так подозрительно все смотрите? Вы что-то видели? А вы ничего не видели? Все нормально, нормально, нормально. Ну все, жители, жители, все в порядке. Все в порядке, жители. Вы ничего не видели, поняли? Мы игрушечные пистолеты брали. Все. Фу, что там пишешь, девчонка? Что такое? Ну-ка. А, она говорит пока. Ну все, давай пока, короче. Увидимся тогда в следующей серии или потом. В общем, отдыхай, ты устала. Я, короче, потом тебе отсыплю немножко золотишко. Все, давай. Никому не рассказывай, что мы сделали. Все, пока. Пока. Так, все, друзья. Так, пока. Все, друзья, короче, отлично, смотрите, у нас 29 слитков золота есть, этого вполне хватит, это на самом деле очень круто, блин, это вообще крутецки, друзья. А в следующей серии мы попробуем найти того ворюгу, который нас послал и сказал, типа, поделитесь золотом, а вот нифига, мы с ним не поделимся. Короче, дорогие друзья, ставьте лайки, потому что я старался. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вы сможете попасть в видео. С вами был, конечно же, Евген Бро. Всем отличного настроения и всем пока!